Пытаюсь доложить со смыслом, чтобы эти строки были хоть чем-то осмыслены, а не какой-то там дешевый вымысел паршивых моментов из жизни. Да и то вымышленных я ненавижу, когда люди говорят или пишут о том, что они не пиздят, а правду говорят. Видите ли, они казались в минусе от того, что типа они не ленились, как этот тот заявил о том, что все идеи были его, а тот типа мудак забрал их себе. Но ведь это не так, придумывал он их сам, размышлял все сам, но тот ничего не делал, не болтая языком, размышляя о том, что его рэп-карьера будет где-то в верхах. Вот это да, делал вид, что стелит, рассчитывал на потом, что типа боже, все сцены взорвет. Я не буду больше об этом вспоминать впредь, ведь эта тема уже не касается так ведь. Может дальше делать пиздеж, мне похер, но рэп построенный на лаже, полный бред. Я это уже говорил, так что повторил еще. Я это уже говорил, так что повторил еще. Я думал, может это пройдет и пройдет. Но так получилось, что моя хватка повела как-никак его за собой. Чуть позже, может быть, все разъяснится. Выбирать кому что подходит, в этом нет моей компетенции. Выбирать кому что подходит, я не вправе. Так что выбирайте и решайте сами. Ага. СРТ, СПБ, Андрей АЭС, где бы как никогда. СРТ, Рэп Нейшн, Андрей АЭС, тут понял меня. Ага. Как и что, где, может даже не спрашивать. 2-0-1-1. Просто так вот было, и на этом я подытожил, друг. Ага.